Свою роботу продовжила студія. Для вас працює Наталія Костенко. І зараз говоримо про головні новини з фронту боротьби з пандемією COVID-19 в Одесі за минулі дві доби. За попередньою інформацією, прес-служби Одеської міської ради незабаром буде опубліковане розпорядження щодо введення в Одесі і області червоної зони. Обмеження почнуть діяти з півночі з 22 на 23 березня, тобто сьогодні вночі. А за дві доби до потрапляння Одеси і області до червоної зони в міських нічних розважальних закладах провели так звані ковідні облави. Так охрестили ЗМІ рейди правоохоронців, які мали місце в ніч з минулої суботи на неділю. Під час них відвідувачів закладів просили покинути приміщення, а адміністрації виписували протоколи. За одну ніч було здійснено декілька рейдів на вулицях Грецькій, Катеринянській і Гоголя. Тож детальніше про рейди і обмеження червоної зони, в яку потраплять місто і область вже цієї ночі, говоримо з Андрієм Степаненком, адвокатом. Андрій, вітаємо вас. Здравствуйте. Доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Тож, останні тижні ми знаходились у помаранчевій зоні, але, здається, зовсім забули про ті обмеження, які діють на території з відповідним рівнем захворюваності на COVID-19. Тож, нагадайте, будь ласка, що ми мали і чого не мали робити останні декілька тижнів? Ви знаєте, на самом деле, ми дійсно всі забули. И что касается оранжевой зоны, там действовал целый ряд ограничений, которые на самом деле уже никто не выполнял. То есть помимо того, что нас иногда просили одевать маски в магазинах, нас иногда просили одевать маски в учебных заведениях, школах, детских садах и так далее, фактически напрочь все забыли о тех ограничениях, которые были установлены. Сейчас включаются снова в связи с применением красной зоны полноценно все ограничения, которые мы имели в марте прошлого года, то есть не будут работать учебные заведения, не будут работать развлекательные заведения, торгово-развлекательные центры. Что еще? В отношении транспорта опять действуют ограничения по количеству людей. Собственно, мы сейчас возвращаемся в март 2020 года. Единственное, что могут быть какие-то послабления, связанные с решениями местной власти. Но общее правило останется тем, которое было в марте 2020 года, когда все сидели на полной самоизоляции. Скажіть, будь ласка, чи працюватимуть підприємства, чи не буде ніяких вимог до голів підприємств, до адміністрації щодо, наприклад, певного діючого такого стану червоної зони і відправлення співробітників на роботу на відстані? На дистанціонці сьогодні могут работать уже практически все предприятия, для кого, в принципе, такая работа приемлема. То есть если год назад у нас были проблемы, связанные с тем, что мы только учились работать дистанционно, учились учить детей работать дистанционно, учились сами работать дистанционно, сейчас многие предприятия даже с удовольствием и с облегчением воспринимают необходимость работать дистанционно, поскольку, как выяснилось, это существенно снижает их затраты. Поэтому сегодня никаких проблем перейти на дистанционную работу уже ни у кого не будет. Естественно, это не касается тех сфер, в которых дистанционная работа невозможна в принципе и которые будут работать штатно. То есть это продуктовые магазины, это медицинские учреждения, это транспорт в том случае, если его полностью не закроют. Ну, все зависит от того, как будет развиваться пандемия. Ну и ряд других сфер, в которых дистанционная работа невозможна. Все остальные предприятия, организации совершенно комфортно будут работать дистанционно. Опять же, невозможна дистанционная работа, например, в сфере развлечений. То есть кафе, бары, рестораны вновь будут иметь убытки. Ну і останнє питання. Скажіть, будь ласка, от з огляду на те, на що ви зауважили, чи можна з юридичної точки зору охарактеризувати так звані ковідні облави, які відбулися цими вихідними в нічних розважальних закладах Одеси? Ну, в отношении того, что называется ковидные облавы, у меня резкое порицание, потому что никто не вносил изменений в УАП за нарушение правил карантина. Как была ответственность в виде штрафа, так она и осталась. Обратите внимание, как проводились эти ковидные облавы. Они проводились в центре Одессы, то есть именно в тех заведениях, в которых с точки зрения коррупции
можно потребовать максимальные суммы за то, чтобы давать им работать. Если бы действительно действия правоохранителей были добросовестными и истинно были направлены на борьбу с пандемией, то им следовало бы проводить аналогичные облавы в общественном транспорте, в магазинах, которые, ну, наподобие эпицентра, да, которые работают даже в карантин и так далее, то есть в местах реального скопления людей. Поскольку очень малый процент людей по субботам находится в ночных клубах. Как правило, это молодежь, и ну, далеко не все в это время находятся в развлекательных заведениях, кто-то может быть дома, кто-то может быть с детьми, кто-то может быть еще где-то. То есть мы обращаем внимание на то, что правоохранители интересуются теми местами, где, препятствуя работе, можно вымогать получение неправомерной выгоды. Кроме того, если мы говорим об этих облавах, то абсолютно неправомерным является прекращение работы заведения и принудительное выведение людей из него, поскольку это уж точно не предусмотрено КУАПом как мера ответственности за нарушение карантина. Все, что здесь могут сделать полицейские, составить протокол и передать его в суд, потому что о наличии либо отсутствии вины решают не полицейские, решает суд. Если в действиях человека, предпринимателя или гостя заведения суд не узрит нарушение, то он невиновен. Получается, заведомо невиновных людей хватают за руки и выводят из заведения. Их вина еще не установлена судом. Полицейские лишь предполагают, что, может быть, они что-то нарушают. Им это еще предстоит доказывать. Поэтому в данном случае действительно имеет место грубое, циничное нарушение прав как предпринимателей, так и гостей заведения путем пресечения работы того же ночного клуба. И сразу скажу, что у нас есть многие люди, которые боятся этого вируса, у которых реально родственники болеют, не дай бог, умирают, и они могут не согласиться с моим мнением. Но я поэтому подчеркну, львиная доля заражений происходит не в ночных клубах. Она происходит на работе, дома, в транспорте. В ночных клубах это лишь малая-малая доля людей, у которых есть деньги. Именно поэтому туда и идут полицейские. Дякую за ваш коментар. Ми матимемо нагоду за декілька хвилин дізнатися думку щодо нічних облав Наталії Жураковської, заступниці директора Одеського обласного центру громадського здоров'я. А зараз, нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був Андрій Степаненко, адвокат. Тож сьогодні вночі Одеса і Одеська область опиняться в червоній зоні. На жаль, нагадаю, але з завтрашнього дня ми матимемо ось такі обмеження. Прийом відвідувачів у закладах громадського харчування – це ті пункти, які будуть заборонені. Робота ТРЦ на інших розважальних та інших розважальних закладів. Робота непродовольчих магазинів та ринків. Робота закладів культури. Проведення масових заходів. Спортивні матчі з глядачами. Відвідування закладів освіти, крім дошкільних, спеціальних закладів освіти та учнів перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти. І нагадаю, що сьогодні під час апаратної наради в Одеській міській раді з'ясувалося і було оприлюднено, що наразі після канікул на дистанційку йдуть 5-11 класи, а зараз триває опитування батьків учнів перших-четвертих класів щодо їх міркувань, чи варто переводити малечу на дистанційне навчання. Зверніть увагу, дійсно, тривають зараз, ми переходимо у червону зону, тож дійсно в нас будуть певні зміни у нашому звичайному за останні дні бачення того, що відбувається навколо, і варто звернути увагу на ці зміни. І ще до теми боротьби з коронавірусом. Одеський обласний центр громадського здоров'я відмітив сьогодні початок роботи перших 20 стаціонарних пунктів вакцинації проти COVID-19. 5 з них в Одесі, 15 в області. Їх працівники, лікарі та медсестри пройшли дводенне навчання і готові повністю готові до вакцинації населення. З 1 квітня кількість таких пунктів становитиме 44, трохи згодом збільшиться до 48.
Навчання медиків ще триває, тож про роботу центрів і другий етап вакцинації, початок якого сьогодні оголосив очільник МОЗ Максим Степанов, говоримо з Наталією Жураковською, заступницею директора Одеського обласного центру громадського здоров'я. Наталія, вітаємо вас. Да, добрий день. Дякую, що долучилися до нашого прямого ефіру. Тож, перше питання. Нагадайте мені і нашим глядачам, які категорії громадян мають право на отримання вакцинації безкоштовною вакциною в рамках другого етапу вакцинування. Ну, вакцинація являється безоплатной для всех абсолютно категорий населения. Что касается конкретно категории населения, которые вакцинируются на втором этапе, это люди старше 80 лет, и это социальные работники и работники социальной сферы. Также продолжается вакцинация медицинских работников, это стационары, которые оказывают медицинскую помощь для всех категорий, кроме ковидных больных, потому что эти медики получили вакцинацию на первом этапе. Это работники непосредственно центров первичной медико-санитарной помощи, то есть то, что у нас принято называть первичкой. Вот. Работники сферы громадского здоровья. И, собственно, если говорить о категории обычных лиц, которые не относятся к сфере здравоохранения, то на втором этапе это пока что люди старше 80 лет, социальные работники, работники социальной сферы и военнослужащие, которые проходят операцию в зоне АТО, участвуют в операции в зоне АТО и проходят ротацию в разных регионах страны. Дякую вам. Розкажіть, будь ласка, детальніше про роботу перших 20 стаціонарних пунктів вакцинації проти COVID-19. Перш за все, де знайти інформацію щодо їх місця знаходження і контакти? Інформація є на сайті міністерства. Можна знайти інформацію об цих пунктах в розпорядженні керівника робіт, тобто ці всі тимчасові стаціонарні пункти, вони утверджені розпорядженням головного санітарного врача, воно є в відкритому доступі в інтернеті. Також на сайті МОЗ і Центру громадського здоров'я можна знайти ті пункти вакцинації, де можна буде в ближайшее время отримати її тим контингентом, який я озвучила. Но в цілому, со следующей неделі, тобто в течение недели пройдут остальные медики обучения, которые будут работать в пунктах вакцинации. И, в общем-то, со следующей недели при любом ЦПМСД города Одессы или районов Одесской области можно будет получить вакцинацию от коронавирусной инфекции именно тем контингентом, который я озвучила выше. Дальше, когда мы вступим в третий, четвертый и пятый этап вакцинации, соответственно, будет и масштабироваться и пункты проведения вакцинации, и будет об этом информация донесена всему населению. Пока что это вот те контингенты, о которых я сказала. За каким графиком працюватимуть центры? График выстраивается непосредственно центром, то есть это можно будет узнать в телефоне регистратуры, обратившись к своему семейному, либо обратившись к своему семейному врачу, можно будет связаться и узнать, как именно в том ЦПМСД, которое ближе всего находится к вашему месту жительства или месту работы, куда вам удобно прийти, как именно в этом учреждении будет строиться график, потому что он может быть индивидуальный в каждом ЦПМСД. А яким чином відбуватиметься запис на вакцинацию? Запись может происходить несколькими способами. Первый способ – это по телефону регистратуры, где вы просто можете позвонить и сказать о том, что вы хотите записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции, и вам скажут, в какой день и в какое время есть свободное время. Второй способ – это обратиться к своему семейному врачу, также по телефону, и проконсультироваться с ним. Он также может вас записать на вакцинацию. И третий способ – это электронная очередь. Это в тех учреждениях, где налажен процесс электронной записи. На сегодняшний день, в принципе, это есть уже во всех ЦПМСД. То есть можно зайти в систему электронной очереди. Обычно все центры первичной медико-санитарной помощи на своих сайтах или на страничках Facebook выставляют ссылки на регистрацию. Вы можете зайти и таким образом зарегистрироваться, тоже выбрать день, удобное для вас время, и записаться на вакцинацию, так же, как раньше вы могли просто записаться, например, на прием к своему семейному врачу.
или к педиатру. Раньше многие жители города Одессы и районов пользовались уже этой услугой и, в принципе, хорошо с ней знакомы. Скажіть, будь ласка, яку пропускну можливість матимуть пункти, тобто орієнтовно, скільки людей за добу будуть спроможні вакцинувати? Ну, річ йде, звісно, не о сутках, тому що ЦПМСД не працює круглосуточно, вакцинація там не може осуществляться круглосуточно, тобто це в течение робочого дня вважається, що на пункті вакцинації може вакцинуватися порядка 30 чоловік. А до яких безкоштовних вакцин сьогодні мають доступ одесити? І чи йдеться про ввезення в Україну і Одеську область найближчим часом якихось інших? Сьогодні в Україні существує, на території країни существує тільки одна вакцина. Це вакцина AstraZeneca, производства індійського заводу, який всі хорошо знають. Других вакцин на сьогоднішній день в Україні немає. Я знаю, что готовится в ближайшее время поставки других вакцин, но пока более точной информации у нас от министерства не было. Только она будет, конечно, мы ее донесем до нашего населения. І останнє питання до вас. Скажіть, будь ласка, якими темпами сьогодні йде вакцинування в регіоні? Які маємо цифри на рівні області і міста? Более 3000 человек на сегодняшний день провакцинировано с момента начала вакцинальной кампании. Так как вначале упор был на медиков, особенно медиков, которые работают в стационарах, где оказывается помощь больным с коронавирусом, в дальнейшем контингент будет расширяться. Ну и с учетом того, что начинают работать временные пункты вакцинации и одновременно с ними продолжают работать мобильные бригады, конечно, мы ожидаем увеличения роста вакцинации. І останнє питання, не можу не поставити його, користуючись нагодою спілкування з вами. Скажіть, будь ласка, чи зафіксовані з цих 3000, про які ви зараз сказали, певні ускладнення після щеплення? Є таке поняття, як поствакцинальна реакція. Чим поствакцинальна реакція відрізняється від ускладнення? Поствакцинальная реакция – это та реакция, которая описана в инструкции производителя, и которая считается абсолютно нормальной реакцией на введение препарата. К поствакцинальным реакциям вакцины AstraZeneca относятся повышение температуры, головная боль, мышечная боль, слабость, боль в месте введения. У разного процента людей возникают те или иные реакции. Эти реакции являются абсолютно нормальными. И так, как и описано в инструкции, примерно у такого количества людей они и наблюдаются. Дуже дякую вам за вичерпну інформацію. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією була Наталія Жураковська, заступниця директора Одеського обласного центру громадського здоров'я. А на цьому я завершую свій інформаційний блок і вже бачу, що готова пристати до роботи моя колега Ольга Голодова. Олю, тобі слово. Дякую тобі, Наталю, за твій інформаційний блок. Дуже насичено. Далі ми також будемо обговорювати вакцинацію та звільнення виробників вакцин від відповідальності за наслідки від вакцинації. Про це згодом, за мить не перемикайтесь.